Воскресенье в Самарской области пасмурно и снежно. Температура воздуха днем -3, -5 градусов, ночью 5-7 ниже 0. Ветер восточного, северо-восточного направлений, скорость 2-3 метра в секунду. В Сызрани тучи и продолжительный снег. Днем -4 градуса, ночью 7 с минусом. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, в течение дня снег. Днем -3, ночью -5 градусов. Ветер восточного направления 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, снег. Днем -4 градуса, ночью 5 ниже 0. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.